Депутаты Мособлдумы Дмитрий Голубков и Лариса Лазутина совместно с молодогвардейцами проверили состояние памятника военным летчикам в Новом Городке. Инспекция прошла в рамках партийного проекта «Историческая память». По словам парламентария, от «Единой России» Дмитрия Голубкова пока памятник находится в неудовлетворительном состоянии. После зимы он требует ремонта. К тому же на его территории есть сухие деревья, которые представляют опасность для жителей. «Уверен, что местные коммунальщики оперативно приведут мемориал в порядок», – сказал депутат. Одинцовские партийцы продолжат контролировать ситуацию.